уже притемненный. Хорошо? Вот. И потом потренировались вот здесь, вот здесь. Потренировались, посоздавали идею гор. Вот. А потом уже пришли и положили на положенное место. Хорошо? Угу. Давай. А при пачке, чтобы было белое, да? Проглядывало. Или... Вот так вот, вот так вот. Полностью внизу. Угу. А ты тоже чуть ниже, для того, чтобы было где потренировать горы. Можно будет снимать, можно тапочки взять, можно как угодно. Я что хотела тапочки взять, и все время забывала. Значит, смотрите, задача какая. Ваша задача, если у вас какие-то мысли с собой, показывайте. Если своих мыслей нет, вот мои мысли валяются. Чтобы здесь из них отобрать все, что нравится, в сторону, в сторону, в сторону. Ага. Я прокомментирую, одну из них приговорю. Хорошо. Хорошо? Угу. Вот такая. А вот это вот оно ничего не решает вообще. Оно только портит обстановку. Вот, короткое, настойчивое штрихование. Хорошо? Угу. Давай. Вот такое серебро краски, смотри, как оно хорошо ложится. Так, хватит? Отличненько. Теперь больше ультрамариновые, да, более синюшные горы. Угу. И ты вот здесь это потренировала, вот здесь. Для того, чтобы потом уложить в том месте, где ты, где мы их имеем, да? Угу. То есть вот здесь потренировала, укладываешь по склонам. Причем произвол мастихина, ты видишь, сам укладывает нечто интересное. То есть, чтобы у тебя были красивые зубчатые какие-то образования в этих горах, да? Чтобы это были не просто, смотри, не вот такое что-то, не скучное такое, а какой-то движ возник. Причем этот движ возник и по склонам возник, вот он, вот он, вот он. То есть произвол мастихина, посмотри, сам по себе уже что-то выдает интересное. Где-то бреющее, бреющее прикосновение, где-то просто укладывающее, укладывающее, укладывающее. Хорошо? Давай, тренируй. То же самое, так, да? Та же схемочка, да. Взяла мастихинчик небольшой, взяла ультрамаринчик. Тёк. И пониже. Тёк. Ну-ка. Смотри, смотри, смотри. Вот так прямо поджала красочку к краю. Поджала, да? И сдаешь его с края. Сдаешь. Именно подхватила, поджала туда ее. Давай. Ее возле края сдавать. И туда тоже. Поджала, угу. И сдаешь. Ну тоже, ты взяла слишком открытый цвет, то есть чуть-чуть разбелила его, то есть сделала просто чуть темнее, чем небо. Разбелила, и вот он у тебя, вот он, вот он. Хорошо? Угу, давай. Да, тоже вещество красочки, много. Задача для первого раза, тоже легкота. Чуть посложнее, но здесь много хороших приемов, в принципе, несложные даже для первого раза. Ну, вот как бы самая легкая и умная, умная, это умная задача, это вот это. Угу. Готов, да? Угу. Масляной краской. Кисточку там не моем, не промакиваем, угу. Только берем жидкость для разжижения. Взял жидкость, взял белильце, сделал сметанный замес. В живописи масла мы делаем сначала то, что сзади. Потом то, что заслоняет. Сзади молоко, ну такое молоко дня. Такое осеннее молоко. Можно чуть-чуть его снабдить голубинкой. Чуть-чуть снабдить, ты видишь, я совсем чуть-чуть. Розовинкой, совсем чуть-чуть.
и будет хотя бы просто не белый. И вот этим недобелым полностью наполнить веществом краски весь холст. Добавляешь всего этого добра, добавляешь и избавляешься от белого. Полностью. Причем то, что здесь, видишь, я чуть переборщил, это не страшно, потому что у нас там зеленый, но нам нужна вот это молоко нам нужно. То есть ты продолжаешь наполнять, просто разбеливая вот такой примерно густотой краски. Вот такой густотой, вот она. Вот этой густотой короткий настойчивый штрих, напористый штрих. Кисточка лежит вдоль холста, изначальное положение кисти, как цветочек держишь, и из этого положения зашел, и все идентично выштриховываешь коротким штрихом. Давай. Тряпочка в левой руке. Тряпочка тогда рук вытирать? Да. Пусть она пока лежит в левой руке, пусть привыкает. Простые движения, слишком простые. Смотри. Так прикольно? Ну, мы как бы учились эти требования писать. Смотри, вот. вместо вот таких, ну чуть-чуть все-таки. Там же предгорье такое, да? То есть оно немножко растянуто. То есть если были бы острые горы, то это вот то, что ты делала, было бы ближе к тому. Вот такие были бы, да? Но в данном случае это предгорье. Видишь, как хорошо, что мы тренируемся в нижнем пространстве. Тем более, что там у нас все равно будет все другое. Мы потом просто это сбрили, положили все другое, и будет хорошо. Поняла, да? Да. То есть пытаться. Значит, вот эту линию. Более интересную линию. Не вот эту, а более интересное что-то. Ты же рисовала там у себя, знаешь. Похоже, в том месте, где у нас небочко, да? Где у нас небо. Чуть-чуть придавил красочку, сделал вот такую мерцательную обстановку. Мерцающую. То есть как и прилично небу. Небо, оно ж не крашеное, оно мерцательное. Вот оно такое стало. Теперь у нас сиреневатая даль заслоняет передние рыжие деревья. Сиреневатый мы берем голубой, мы берем розовый. Чуть-чуть замешал прямо в эту кашу. И чуть-чуть вот таким штришочечком наметил эти деревца. Буквально вот так балованно. Причем мастихин это делает более непринужденно, чем кисть. Что как раз и хорошо. То есть ощупаешь это. Я не успел заметить, а что замесил? Розовый и голубой. Можешь опробовать это сначала где-то вот здесь. То есть то же самое, создать обстановку вот такого. Почему пишешь розовый, это красный? Не, это розовый. Это розовый такой? Он в разделе розовый, видишь? Ага. Красный он несколько другой. Он более алый цвет. Ну пусть красный. Хорошо, будем называть его красным. Значит, смотри. Ты сейчас вот это же вещество кинул сюда. Провел этот эксперимент вот здесь. А потом уже сюда на чистовую зашел. Хорошо? А здесь тоже то самое пробовалось? Да. Хорошо. Давай. Тряпочка в левой руке. Ну, у Алёси и Егоры. Алёси очень красивый силуэт. Но сильно однообразный. Хочется чуть-чуть темнотиков. Нет, я так понимаю, что мы сейчас это просто тренируемся все равно. Да, но мы сразу, да, и теневые, и бреющая укладка. Угу. То есть и такая густенькая шпатлёвочная укладочка, да? Угу. Теперь немножечко с разнообразием зашла. Угу. Ладно? Давай. Давай посмотрим. Ну, нормалечечек, что это такое? Ну, давай на чистовую укладывай. А, может быть, даже сначала облачка кинем. Да, там облачка довольно скучненькие. Можно чуть-чуть эту скучность преодолеть, ну, скажем, вот такое облачко сотворить. Вот такое. И еще кто-то его заслоняет, допустим. И прямо раздавливаем. Ну, в среду неба. Часто облачка собираются в стайки, мы знаем, да? Смотри, раздавленность. То есть я кладу вещество, а потом раздавливаю. Это прикольно? Да. И смотри, они прямо часть этого, этой среды.
То же самое могут быть и здесь появиться. Значит, ты сейчас просто увеличишь это облачко и покажешь, что ты тоже умеешь. Можешь потренироваться сначала вот здесь. И раздавливаешь. Хорошо? Низушечки можно, боковушечки и низушечки можно пальчичком. Они более размазаны в пространстве. Тоже можно чуть-чуть подыграть вот этим инструментиком. Хорошо? Давай. Тренировочку здесь. Очень темно. Значит, еще раз, смотри. Ты взял вещество, сделал снова небо. Теперь это у тебя, вот это у тебя верх формата. Сделал снова небо. Раздавил красочку. Вытер. Раздавил. До мерцательного состояния. Давил. Поискал цвет. Ага, похож. Зашел сюда. Хорошо? Раздавливая, если надо. Если надо, вытирая. Поднял вот эти вот следочки. Дальше. Хорошо? То есть это? Не-не-не. То есть это замазать. Ну потом у нас все равно там зелень ляжет. Ну, конечно, ты далеко, да. Значит, тряпкой вытереть и вернуть белый. Так. Смотри, наша задача, чтобы сверху облако было более выраженным, а снизу более растворенным. Вот мы его придавили, вот мы его растворяем. То есть сверху оно выражено, то есть источник света сверху выразил силуэты, да? Мы его еще и раздавили, а снизу чуть-чуть помяли, сделали более размазанным в атмосферке. Хорошо? Давай. А, ты сразу и эти положила, да? Там на самом деле не снег. Если ты думаешь, что это снег, это не снег. Это облака? Нет. Это проседи, розовые проседи самих скал. Скал, да. То есть это все что угодно, но не снег. Значит. Да-да, прежде чем ты зайдешь туда, ты почувствуешь, как это происходит вот здесь. Тебе нужны просто некие силуэты деревьев. Некие силуэты. Чтобы там просто гладко было, да? Да-да-да. Вот такое мутное никакое, да? Угу. Вот это уже не никакое, это уже проработанное. А здесь мутно и никак. То чуть-чуть оно розовее, то чуть-чуть оно голубее. И ты вот это вот чуть-чуть. Ты видишь, я как палитру стал использовать этот цвет. Для меня просто пока еще сложно, то есть где-то заканчивать же нам где-то. Все равно, где оно закончится. Представь себе, что это другой вообще участок. Просто тебе нужно освоить совсем другое место. Или, скажем, мы зашли туда, а там продолжение следует. И вот это продолжение следует, ты чуть просто освоишь. А потом зайдешь туда уже. Так, сенсей, значит, с облаками вообще.